«Россияночка» входит в число лучших творческих коллективов округа, и очередной отчетный концерт, как доказательство народной любви, прошел с аншлагом. Каждую песню зрители встречали громкими аплодисментами и дружно подпевали любимым артистам. Весело, задорно, поднимает настроение. Как рассказала руководитель хора Елена Анастасьева, для итогового концерта постарались выбрать только лучшие композиции из репертуара. Вот прошел очень хорошо, да, много было всяких мероприятий. Мы очень активно работали, учили все новые вещи. Участница хора «Россияночка» Татьяна Скоринина поет в коллективе уже почти 40 лет. Прошедший творческий сезон оценивает как наиболее удачный. Мы вообще очень серьезно всегда подходим к отчетным концертам, потому что это то, что мы можем отдать людям, предоставить то, что наши старания, показать то, что мы выучили за год. С момента своего основания «Россияночка» завоевала интерес у слушателей всех возрастов. И это неудивительно. Хор исполняет не только известные народные песни, плясовые, частушки, а также и лирические композиции. Каждый творческий сезон в ансамбле появляются и новые песни. Неизменно остается только народная любовь к коллективу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».